В узле номер 60 находятся люди, которые имеют слабый интерес к политике, при этом смотрят от получаса до часа и выше политических программ по ТВ в день, являются молодыми, являются несчастными и имеют доход средний и ниже среднего. Узел 82. Это тоже люди, которые скорее не интересуются политикой, которые смотрят еще больше, еще чаще телевизор, которые относятся к средней возрастной категории выше, больше, чем 25 лет старше, которые имеют высокий доход, являются мужчинами, являются в средней мере счастливыми или счастливыми, и которые не доверяют власти. Такой результат является существенным дополнением к тому, что мы видели на результатах логистической регрессии, поскольку там речь шла прежде всего о высоком интересе к политике как части профиля, который ведет к высокой вероятности активного политического участия. Вот этот профиль, он похож на то, что мы нашли, но он гораздо более бедный с точки зрения содержащихся в нем характеристик. Всего три характеристики, а в 82-м узле характеристик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 характеристик. Следовательно, чтобы в логистической регрессии иметь шанс получить такой же профиль, надо было бы предварительно создать одномерный, двухмерный, трехмерный, четырехмерный, пятимерный, шестимерный, семимерный и восьмимерные эффекты, что, скорее всего, ни один из существующих компьютеров не потянул бы. Или другая не менее вероятная вещь, скорее всего, логистическая регрессия не сошлась бы на таких данных.